Hi guys! Сегодня в программе узнаем, откуда название Канада, город Торонто и озеро Гурон. С вами я, Айрат Букаш, а вы на канале Айркан ТВ. Узнавай больше о Канаде, ничего не скрою от вас. Вы готовы? Поехали! Guys, это Канада с ее красивейшей природой и фауной. Оцените сами. А это местные жители, так называемые индейцы, живущие здесь. А это англичане, захватывающие земли индейцев в середине 18 века. Деревня на языке аборигенов звучит как Каната. Впоследствии, претерпев изменения, стала называться как Канада. А это Торонто. На месте города некогда была индейская деревня Торонто. Эти названия имеют три расшифровки. Насколько правильные, никто не знает. Первое. Звучит как дерево в воде. Второе обозначение Торонто звучит как место изобилия. Третье, как место собрания. Мне нравятся все три значения. А вам? Поставь плюсик в комментариях, если нравится. Guys, далее это озеро Гурон. Название озера, введенное в обиход французами, происходит от названия индейского племени – гуронов. Тут по берегу шатаются гуроны. Наверное, война застигла их по дороге на охоту. Это название города – это Миссисауга. Оно также принадлежит индейскому племени и состоит из двух слов. Первое – это Миссисагинг, что означает «устье великой реки», и Сауга, что означает «по отношению к жителям города». В Миссисауге находится международный аэропорт Торонто. С аэропорта до центра города примерно полчаса езды на машине. На этом все. Bye, guys!